Число излечившихся от коронавируса увеличилось еще на 106 человек. Всего болезнь победили 52 173 ставропольца. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Работа по выявлению новых случаев заражения продолжается, растет охват тестирования. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 70 жителей края. 6 пациентов скончались. Победить инфекцию поможет вакцинация. Также важно соблюдать меры профилактики. В Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форум. Напомним, что Ставрополье в северной столице представляет делегация во главе с губернатором Владимиром Владимировым. Второй день мероприятия для нашего края оказался плодотворным. В копилке новые деловые контракты и связи. Глава региона подписал соглашение с Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро». Данная компания поможет привлечь в край крупные мероприятия и таким образом развить у нас событийный и деловой туризм. Я уверен, что вот второе направление связано с событийным туризмом. Приход такого крупного игрока российского, который организует практически все мероприятия, самые крупные в России, на территории Ставропольского края, позволит нам и больше людей привлечь в Ставропольский край, и инвесторов привлечь в Ставропольский край. Ну и на самом деле для нас это будет хорошая площадка для обучения, чтобы мы тоже научились достойно проводить мероприятия. В частности, для проведения крупных мероприятий будет использован потенциал выставочного комплекса Минводэкспо. По мнению инвестора, у нашего края есть все шансы стать центром делового и событийного туризма. Тому благоволят и географические особенности. Для школьников на Ставрополье открыли более 500 лагерей. В крае стартовала летняя оздоровительная кампания. Отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях смогут около 37 тысяч детей. При подготовке учреждений учитывали требования санитарной безопасности. Все загородные лагеря работают у нас в режиме ковидной ситуации и ограничения доступа в загородные лагеря. Родители привозят детей и на 21 день оставляют в загородном лагере. Родительские дни будут отменены в этом году. Персонал работает в лагере, прошли все тесты на ПЦР по ковид, вакцинацию или сдача теста на наличие антител. Для детей данные меры не обязательны. Также в лагерях прошли комплексные проверки безопасности надзорными органами, пожарными и правоохранительными службами. Готовые к приему детей организации внесли специальный реестр. С ними можно ознакомиться на сайте Министерства образования Ставрополья. Кстати, дети постарше смогут летом не только отдохнуть, но и поработать. С 14 лет уже разрешено временно трудоустроиться. Подобрать подходящие места смогут в центрах занятости или в школе. До 16 лет наши учащиеся трудоустраиваются с нашей помощью. Мы заключаем специальное соглашение с работодателем. Работодатель заключает трудовой договор с подростком, определяет ему размер заработной платы с учетом тех условий и ограниченного рабочего времени, что я сказал, выплачивает ему заработную плату. Центр занятости со своей стороны доплачивает материальную поддержку. Размер материальной поддержки 1275 рублей в месяц. Станица Старопавловска Кировского округа в этом году возведут амбулаторию на 65 посещений в смену. В медицинском учреждении обустроят взрослое детское отделение. Здание оснастят современным оборудованием. Строительство ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Минеральных водах подходит к концу благоустройство территории привокзальной площади. Сейчас там обновляют покрытие пешеходных дорожек, устанавливают скульптуры, скамейки, урны, а также монтируют освещение. Кроме того, на объекте создадут места для прогулок и зону ожидания пассажиров. Реконструкция проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».